Давай, 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 давай. Пробивать. Я не остановлю, пока кто-то кому-то что-то не сломает. А именно ребра. Еще. Только работа по корпусу. Стоп, 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 стоп. Еще раз говорю. Работа по корпусу. Вот это что долго? Если ты бьешь по корпусу, ты должен пробить, заставить его задохнуться, понимаешь? Чтобы у него ноги встали. От таких ударов ты ему никакой урон не приносишь. Поджал четко, ты должен массу. Вот туда, вот 5 сантиметров. Напрягай твой окор. 5 сантиметров. Бам! Вот удар. Видишь, я четко бью. Бам! Видишь, он раз, калашнулся. А вы начинаете вот это царапки, вот эти царапки. Мощно. Я еще раз говорю, ребра ломать надо. Не просто царапаться, воздух сотрясать, а ребра ломать надо по корпусу, когда бьет. Охотитесь только за этой головой, за это вообще забывайте. Здесь проще нокаутировать, чем сюда. Башку защищает в два раза больше. Отвлекли, дам печень. Отвлекли, бам, солнышко, перевели на корпус. Ну да, еще есть хороший момент подсеки. Он опасный. Грех на душу, какой неохота брать. Thank you.